Первые два тура фиксирующие накладываются в области запястья. Далее по тыльной поверхности запястья и пясти бинт проводится к пальцам кисти, огибает их ладонную поверхность и по тыльной поверхности кисти возвращается к запястью, где проводится очередной тур вокруг запястья. Туры повторяются до полной фиксации запястья. Повязка применяется при различных травмах и заболеваниях кисти и запястья.